сегодня на 453-м километре автодороги Сургут-Салехард произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля марки Nissan, 28-летний житель города Тюмени, допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир доставлены в Губкинскую городскую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Автомобиль будет помещен на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Дорожная инспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, вы несете ответственность не только за себя, но и за ваших пассажиров.